Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально возглавил Самарское региональное отделение партии «Единая Россия». Только что в эти минуты прошло голосование и объявили его итоги. 152 делегата на конференции партии проголосовали «за» из 152 возможных, то есть единогласно. Вторым кандидатом на эту должность был Юрий Шевцов, заместитель председателя Самарской губернской думы. На этом посту Дмитрий Азаров сменит Екатерину Кузьмичеву, которая сложила с себя полномочия секретаря. Эти изменения связаны с инициативой дать руководящие посты в региональных отделениях партии «Единая Россия» губернаторам. Такую идею одобрил и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, отметив, что партийные структуры тогда станут реальной опорой для руководителей регионов. Подобные изменения произойдут не только в Самарской области, но и еще в 12 регионах России.